У вас, кстати, был ролик, посвященный Екатерине Мизулиной. Какие у вас с ней взаимоотношения? У нас с Екатериной Михайловной весьма давняя история взаимоотношений. Мы в каком-то смысле с ней как инь и янь. Делаем одно и то же, но разными методами. Она умная, инициативная, очень влиятельная. Умеет работать и достигать результатов. Понимает, как мыслит молодежь и умеет с молодежью работать. Способна адаптироваться. Я бы ставил Екатерину на должность министра культуры уже сейчас. И министерство стало бы намного эффективнее. Нашей большой политике нужна свежая кровь. Особенно в вопросах культуры.